Энциклопедия для детей. От А до Я. Все о животных. Бабуин. Бабуины – крупные обезьяны, живущие группами, насчитывающими более 100 особей. Их рацион весьма разнообразен – от семян, фруктов и трав до мелких животных и яиц. Они водятся в Аравии и в Африке, к югу от Сахары. Бабуины проводят много времени, помогая друг другу совершать туалет. Это укрепляет родственные связи между матерью и детенышем, а также между членами одного стада. Вот и наши бабуины, о которых мы читали ранее. Смотри, какие они, как они резвятся. Это бабуины. Мандрилы, обитающие в дождевых лесах Западной Африки, сродни бабуинам. Их можно узнать по широким лицам, с проплешинами, неоткрытыми шерстью. Взрослые самцы мандрила ярко окрашены. В Восточной Африке, в горах Эфиопии, водится еще один родственник бабуина – гелада. На груди гелады безволосное пятно ярко-красного цвета, поэтому местные жители называют геладу бабуином с истекающим кровью сердцем. У самцов очень длинная шерсть на голове и плечах. Энциклопедия для детей. От А до Я. Все о животных. Подписывайтесь на наш канал. Советуем посмотреть видео схожих тематик.